Кусочек херсонской земли в Запорожье. Так назвал выставку гость Запорожского музея истории и казачества первый заместитель херсонского губернатора Игорь Яковлев. В Запорожье он приехал специально, чтобы провести переговоры со специалистами национального заповедника Хортица. Сьогодні мова йшла про те, щоб створити на території Кам'янської Січі, і ми будемо над цим працювати, філію Національного музею Хортиця, тому що той пам'ятник, який зберігся у нас на території Херсонської області, він має національне значення, він має міжнародне значення. А пока экспонаты, найденные на территории Каменской Сечи, выставляются у нас в Музее истории Запорожского казачества. Ведь именно сотрудники национального заповедника проводили экспедиции в Херсонской области и собрали уникальную коллекцию предметов, которые иллюстрируют жизнь казаков 18 века. Это глиняная посуда, изделия из металла, орудия труда и предметы быта. Особый интерес представляет кафель, которым уже 300 лет назад облицовывались печи. Оскільки існує думка, що на самій території Січі було гончарне виробництво, було виробництво цих кафлів, і сюжети багато в чому є характерними для тих, що зустрічаються у запорозьких казаків. Тобто це і рослинний орнамент, це і зображення вершника, трошки рідше там ми можемо бачити зображення грифонів. А в 90-х годах в одной из экспедиций на Каменскую Сечь был найден даже казацкий клад из серебряных монет. Часть из них представлена и в экспозиции. Клад, который мы случайно нашли в углу одного из куреней. Хозяин не вернулся, видимо, погиб. Ну вот, серебряные монеты, из них две фальшивые. Может быть, они этого не знали, а может быть, сами делали. Коллекция предметов, найденных учеными на территории Каменской Сечи, насчитывает около 4000 экземпляров. И часть из них можно увидеть на выставке в Музее истории Запорожского казачества. И, пожалуй, только здесь. Ведь только единицы из этой коллекции, по словам специалистов, находятся в центральных музеях.